Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi Mix 2S будет идти игра PUBG Mobile. Давайте для начала зайдем в настройки. Графика у нас стоит на высоких. Можем, конечно, поставить еще выше, но давайте пока оставим на высоких. Или же можем, конечно, поставить выше, но я боюсь, что у нас будет немного подглючивать. Ну, давайте это проверим. Как вы видите, я поставил на HDR. Это очень высокий, насколько я помню, как они по-русски называются. И нажимаем старт. Хочу вам сказать, что я уже удивлен, потому что внешне телефон не выглядел как телефон, который может потянуть на высоких PUBG Mobile. Даже на очень высоких. Но как вы видите, на очень высоких все в принципе хорошо выглядит. И даже, по-моему, больше, чем 30 FPS у нас. FPS 40, может 50.
Я пока не замечаю никаких особых проседаний. Все идет очень плавно, гладко. И это учитывая то, что у нас стоят очень высокие настройки. На самом деле, мне кажется, что проседать не будет, даже если мы начнем перестреливаться с врагом, поэтому я думаю, что каков вердикт? Что данный телефон довольно хорошо тянет данную игру, без каких-либо нареканий с моей стороны точно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!